Приглашаю вас еще на одну прогулку по Сан-Франциско в стиле «что вижу, то и снимаю». Счетчик велосипедистов. За сегодня приехало 996 велосипедистов. Еще велосипедист. Еще приехал. Ну, 1000. Ничего особенного, просто старинная офигенская машина. Смотрите, вот домофон и FedEx. Видимо, не застал людей дома, оставил извещение прямо здесь. Типа, приходите, берите. Или звоните, вызывайте, снова привезем. Мы зашли в местный пивной сад. Этот пивной сад называется Zeitgeist. Посмотрите, сколько сортов пива. Просто бесконечное количество разливного пива на кранах. Можно поиграть в автоматы. Лена нам взяла по маленькому пиву. А вот и сам пивной сад. Атмосфера вполне классная. Сисечки тут сразу делают. Кто-то модно подмолодил фургон. Мы идем на улицу стрит-арта, она называется Clarion. Посмотрим, что здесь есть интересного. Очень сложные муралы. Прямо с глубоким смыслом и много текстов. Немного мексиканских мотивов. Так, походу, это котик. Спит на кровати с присосками. В общем, после всех этих муралов остается какое-то тяжелое чувство. Грустные, грустные муралы. Резиночка сзади на бампер, чтобы не царапали при парковке. Вот в этих пожарных машинах два водителя. Один сидит в кабине, а другой сидит сзади в маленькой кабине. У него тоже есть руль, и он тоже что-то подруливает. Вот смотрите. Это магазин дорогой. Whole Foods. Да, посмотрим, что тут есть. Органический авокадо. По $3 за каждый. Котлетки для бургеров. Две штуки 6.22. Хвост лобстера 11.50. Кокосовое молоко 2.49. Либо 1.99. Вода 1 галлон, это получается 3,7 литров, стоит 1,49. Итальянская вода Сан Пеллегрино 2,49. У нас в Испании такая около евро. Тут же в магазине автомат с обратным осмосом 49 центов за галлон воды. Бананы 99,89 за фунт, это примерно за полкило. Буфет, сразу можно нагрести готовой еды домой. Набор из 4 печенек стоит сколько? 7,49. Хлеб из ржаной муки стоит 6,99 за буханочку. На автобусах спереди есть крепление для велосипеда, так что если вы едете с велосипедом, не волнуйтесь, место для него будет просто VIP-место. Это уже другой магазин, Target. Здесь, смотрите, есть гигантские ореховые пасты. 6.99. Магазин Amazon Go, где обслуживание без продавцов. Через приложение, где берешь товары, просто выходишь, потом у тебя списывается со счета. Так прошел еще один день в Сан-Франциско. Я считаю, что Сан-Франциско это самый-самый интересный и красивый город США, в котором я был. А вы не забывайте ставить лайки под этим видео и подписываться. Всем пока!